Так, всем привет, вы на канале TurboFlex, и сегодня будем играть в кастомку Dota 1x6, и будем играть мы на Monkey King. Это предыдущий, это, сказать, новый герой, но относительно уже не новый, новый уже Марс. Я уже записывал игру через пассивку и решил перезаписать еще раз. Все еще имба, которая, ну, сложно законтрить. Как она работает? У вас появляется активная способность, ну, точнее, у вас... Пассивка становится активной, вы перепрыгиваете вражескую цель, совершая по ней атаку, а также сильно снижаете ее скорость передвижения и поворота на 1,2 секунды. Атаки Jungle Master сокращают перезарядку способности на 4 секунды. То есть вы настакали, ну или вот сделали стак, запрыгнули за спину, сделали замедление и набиваете себе стаки. Очень просто. Ну, то есть, сокращать дистанцию с героем, у вас есть еще одна опция. То есть, у вас есть палка, чтобы застанить, второй, чтобы допрыгнуть до него, и третий, чтобы еще догнать, если он вдруг там откинул стан и убегает. Так, атаки под действием Jungle Master повышают вашу ловкость на 4 единицы. Каждый заряд эффекта длится 12 секунд. Так, плюс одна усиленная атака Jungle Master, и с шансом 20% ваши атаки ставит на цели два заряда. То есть с какой-то саблей вы можете там условно с двух тычек зарядить его на максимум. И когда уровень вашего здоровья опускается ниже 30%, входящий по вам урон уменьшается на 20%, а вампиризм от General Master увеличивается в два раза на 4 секунды. Перезарядка 40 секунд. То есть это типа маленький эскейп, который вам поможет выжить. И фиолетовые сферы. Плюс 20 к вампиризму, точнее синие, плюс 20 к вампиризму. Под действием Jungle Master ваша ловкость повышается на 12%. И когда вы получаете эффект Jungle Master, ваша скорость передвижения и сопротивление эффектом повышаются на 16%. На 3 секунды. Все, герой максимально простой. Все, хорошего просмотра. Так, Марса нам не дали, поэтому хочу перезаписать МК через пассивочку. Поехали. Марсом как раз стоять будем. И поиграем через диффуз. Потому что Марс не любит диффуза. Марс это именно тот герой, который ненавидит диффуза. И я уже поиграв на нем, понимаю, что если вы типа сможете пережить его прокаст, а МК в принципе довольно жирный герой, то это будет легко. Так, что нам нужно? ПТ и диффуз. Да. Тебе здесь не место. Так, 200 к мне это хорошо. Все только начинается. А у нас еще Марс рядом. Можно его загнать. А, это магический Марс. То есть еще лучше. Выдвигаемся. Наконец-то бой. Прорубающий урон. Ехали. Единственное, что Марс своим дерьмом сбивает с деревьев, но то такое. Я тебе не по зубам.
Вампиризм от Джингл Мастера. Так, поехали. А, Марс, походу, еще результат все-таки. Я-то думал. Добежать бы до дерева. Чисто перефармливаем МК. Так, 8 ловкости, поехали. Так. Your tower is under attack. Так, все, Джингл Мастер за Максили. Так. Your tower is under attack. Your tower is under attack. Your tower is under attack. Так, пассивочка. Обновить. У нас друг через ульт. Домой. Готов ко всему. Диффуз есть, теперь дизволь. А еще прикол такого МК, что нам как бы... Мы можем без КД драться. Так, ты через что? Через первый, значит, физ. Новый поворот судьбы. Уже доходил сюда, интересно, или нет? Нет, сюда не доходил. Превосходно.
Включение. Ну. И... Да. Залетел куда-то тип. Так, насколько же это было легко? От 1 до 10. Очень легко. Идемте, Марса. Давай дальше. Так, и надо орчит купить потом. Блина у нас физическая, но все же неприятно. Вот. Мы страдаем от магов. Нормально, да? Под базой. Что за приколы с медасами? Я не понимаю, почему вы их покупаете? Сейчас идем воевать алхимика. Ты чё, он такой крутой, а мы не такие крутые. Я думаю, это будет, ну это очень легкая игра. Тут походу рейтинг ребят очень низкий. Марс, все уже. Идемте за Линой. Не люблю сидеть без дела. Ну, давайте заберем все-таки. Ждет неприятный сюрприз.
Еще немного. Ладно, бог с тобой. Я, короче, кнопку путаю. Я не специально. Не специально. Так, следующая лина у нас. Алхимик уже очкует выходить, а Лина, я думаю, вполне еще бегает себе спокойно. Время творить новое. И фармит. Куда? Да, ты друг. Алхимика надо начать реально жестче еще душить. Скорость свежена вообще будет изи. Сооружения укреплены. Так, поехали. Приступим. Хилимся, хилимся, хилимся. Короче, добил. Домой. Так, поехали. Ну, блин, на Марсе это руин. Так, не надо играть. А у нас все еще все хорошо. На самом деле идеальная игра, потому что есть алхимик, который фармит как бы не хуже меня. Неприятности ждать не буду. Победа ждет нас. Я атакую.
Чего? Что это за приколы? Так, поехали. Уехали. Лина, давно к тебе не заходили? За алхимоса я уже тупо ничего не получаю. Одна нога здесь, другая там. Там очень много входящего урона уже. Делена. Поехали, ладно. Не, ну алхимик очень сильно меня догоняет. Типа отрывайся, не отрывайся, но темп надо держать прям жестко. Так, урон. Экс, да? Да. Марсик, дружочек. А, у тебя тут варды. Ко всему. Ну, чё нет? Меня не
передохнуть. Ну, допустим. Поехали. Я предлагаю просто залететь и добить вместе с крипами его. Следующую Лину. Нет, потом пойти уже нашему другу. Ну, дальность все-таки к вам. Давайте так, и давайте гоним туда купим талантик. Он вообще ни о чем. Типа такой алхимик, да, крутой, не спорю, но... Что толку? Да, есть башер. О, кстати, можно башер купить? Даже не можно, а нужно. Вместо сапога. Мы и так сокращаем дистанцию быстро. Башер и гоним тогда покупаем. Иди на шаганим, вот на шаганим. Сюда. Дай передохнуть. Меня не останавливай. Тоже порядок. Затем тоже хорошенькая такая. Я буду смеяться, если я не смогу его победить. Приступим.
Да, извини, друг, не хватило тебе. Да. Что еще имба? Побежал, побежал. Куда? Куда ты собрался, друг? Как скажешь. Поехали. Вперед. Я бы диффуз бы заменил бы на что-то. Вопрос на что? Так, 15-0 закончить, конечно, весело. Перемолоть просто всю карту. Оно хотелось бы, конечно, аганим, но я не успею просто нафармить его. Так, ладно, что там у тебя? Домой. Поехали. Давайте не на очки. Изи. Изи легко. Все. Все еще имба. Ну, ребята на самом деле плохо играли, но 17-0. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.